Ну и всем привет, ребята, с вами Максим Плес, и сегодня я буду играть в симулятор легенду в скорости. Я зашел в группу можно зайти, смотрите, ой-ой-ой-ой-ой, заходим в Roblox. Ну и, на, короче, там просто есть такая табличка, типа, вы на нее нажимаете, и там, короче, ссылка есть в описании, вы на нее нажимаете, и там, короче, есть уже все. Типа, нажимаете на группу, нажимаете Join Group, и все. И вы зашли в группу. Перезаходите в игру, и вот появляется мутятор. Подходим. Ну, понимаете, за 6 часов 450 кристаллов, понимаете? Ну, это нормально. Тем более еще пета. Пет добавляет плюс 7 кристаллов. Но это тоже хорошо, но не всегда он так добавляет. Ну, так, сейчас, ребята, давайте попикаем немножко. И, кстати, ребята, если мы наберем на этом видео 5 лайков, больше 5 лайков, тогда я сделаю видос, типа, там, где я наберу 10 тысяч скорости, и этот видос будет также с Тикеном, и мы будем друг против друга сражаться. Вот так вот, короче. Так, минута 0.10. Да. Так, ну я туда не допрыгну, это 100, просто орите. Бам! Стоп, почти, ребята, осталось. Блин. Ребят. А сейчас наш бунат, вот так. Потому что здесь уже челики вообще прокачанные. Здесь был челик на 800 тысяч у него было. Прыжок. Чуть не допрыгнул, но ладно. Прыжок. О, да, я допрыгнул, понимаете. 4 секунды на реген, понимаете. 4 секунды на реген, но это правильно сделали. Блин, почти, а чё, у меня же почти вышло. Да ё, сейчас вообще чуть-чуть. Да ё-моё, ну чё так? Прыжок! Ну ладно, пошли на 10 карт, самая быстрая карта, наверное, в этой игре. Я, кстати, тут не самый мощный игрок, но ладно. Блять. Я опять последний. Ну чё так, мне не... Там, кстати, чель приняли аж прям, понимаете? Прыжок! Ну ё-моё, пошёл. Утирать уже нечего. Ого, 20 шагов дает красная сфера, понимаете? Кстати, тут есть ютубер Римус. Кстати, тоже, кстати, есть ютубер. Но я вам его не дам, ссылку на него. Не подписывайтесь на него. Он мне ничего не платил. Короче, ладно, давайте сейчас подойдем на этот финиш. Вот так вот подходим. И, короче, сейчас что нужно сделать? Давайте возьмем... Сколько здесь скорость стоит? Косарь, скорость 400 робуксов. Давайте я честно все буду проходить. Хотя у меня робуксы есть, а... Ну, нету, ну ладно. О, кстати, ребят, а я сейчас как-то по-читерски перепрыгну. А чё там еще? Плюс 500 геймс. Чё это за сундук? 500 кристаллов дает. Да ё-моё, почти, кстати. Я так допрыгнул. Да ё-моё, почти, кстати, сейчас допрыгну, ребят. Этот симулятор вышел 10 часов назад, так что, ребят, пошли на грасс курс, короче. Давайте тэпаемся. Чё тут? Ой-ой-ой, тут паркур такой длинный, кстати. Кстати, сейчас его пройду. Там в сундуку я в конце вижу сундук. В нем, наверное, что-то будет. Ай-яй-яй-яй-яй. Как здесь лагает? Этот плейс так лагает, что, ребят, вообще капец. Куда дальше? О, ребят, вообще плейс очень лагает. Не знаю, но не очень так, но у меня же комп типа очень нормальный такой. Стоит 100 рублей. Как сейчас, ребят? Сейчас. Наберу до этого момента за один прыжок. Вот так. Короче, ребят, я так и не мог нормально пройти. Ну, короче, ладно. Сейчас мы проходим этот уровень. Сейчас на изи пройдем, смотри. Проходим. Ой! Хорошо, не последнее место, хотя. Давай, ну ё-моё, я вообще последнее место, похуй. Да я
тут последнее место. Ну ладно, ребят, забейте, короче. Как туда запрыгнуть? А. Прыжок! А, не допрыгнул. Кстати, не допрыгай чуть-чуть. Мне чуть-чуть не хватает, чтобы я допрыгнул. Добежу. Кстати, тут синее такое красивое вообще все. Забираю все, забираю все мое. А, точнее, не мое, а типа... Ну, когда тут... Кстати, тут... Тут для каждого свой лут находится, понимаете? Тут для каждого свой лут. То есть у вас никто не заберет сферу. Как это делает? Я потом сейчас, ребят. Кстати, ребят, вот, короче, мы прошли. Я прошел. Забираем сундук за 500. 500 шагов дали на халяву. Ребят, это вообще капец. А еще раз, можно пройти? А, нет, лучше не надо. 150 шагов. Я сейчас, смотрите, я сейчас так. Ну, я... Прыжок. Ай, кстати. Опа, вот это реально было очень-очень красиво. Сейчас, короче, сейчас найдем яйцо за 1000 и продолжим. Короче, давай сейчас купим одно яйцо, вот это вот. Открываем, и нам под какой-то красный опять бани. Ну, что тут одни бани, я не пойму. Одни кролики. Короче, ребят, ладно, сорян, если что-то слышу. Вот, открываем еще одно яйцо. За 600 кристаллов. Тут одни кролики падают. Ну, ребят, все, я эту игру раскусила. Одни кролики падают. Я уже, да, блин, а тут, все, у меня фулл пет уже. Кстати, ребят, тут, смотрите, ребят, тут там, как бы, разница есть в два раза цена, но красный кролик лучше, чем синий кролик. Понимаете? Красный кролик лучше, чем синий кролик. Это, я не понимаю, как это вообще так можно, но ладно, окей. Короче, ребят, если хотите продолжение, ставьте ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. Это колокольчик всего лишь обычный колокольчик, но когда вы на него нажмете со всей силы, тогда у вас, наверное, будет тоже много подписчиков, как у меня. Но даже, наверное, скоро вы обгоните меня по подписчикам. Ну ладно, ребят, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал. И, кстати, сейчас это заберу. Хопа, на изи. Помните, я раньше нубил, не мог собрать. Вот сейчас я вот так вот делаю и все. Короче, ребят, ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайки. Пишите свои комментарии для следующего видео, какой режим снять. Ну а, ребят, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока, ребят.